вот он опять восточный стиль. Ты посмотри, ну прям вот не сходит он с модных подиумов, и с текстильных, и с подиумов одежды, действительно. А сегодня еще вот в таких благородных винных тонах с золотым таким акцентом. Ну, красота необыкновенная, новинка, постельное белье, расписная осень. И правда, осень-то расписная. Помните яркие багровые, желтые, оранжевые листья? Настоящий цветопад происходит в этот яркий период времени. Цена премьеры 1199 рублей. Но, Юль, вот у меня есть тетя, которая боится яркого постельного белья. Она говорит, ага, положу в стиральную машинку, а достану я вместо красного какой-нибудь бледно-розовое. Так, тогда совет твоей тете. Соблюдайте стирку, пожалуйста. Это микрофибра. Цвет действительно благородный, очень красивый. И мы всегда опасаемся, но опасаться не надо. Надо соблюдать 40 градусов режим стирки без проблем. А еще никаких проблем с глажкой. Хозяйки, внимание, на заметку, хотите экономить свое время? Микрофибра современная, мягкая бархатистая ткань. Японцы в 70-е годы придумали микроволокно, низкий им поклон. И краска хорошо держит, и не мнется. Инновация все для людей. Вот представьте, сколько времени вы тратите на глажку постельного белья, особенно евроразмера. Вот приходишь иногда с работы, смотришь на кипы белья, думаешь, ой, ну когда же это закончится? Закончится сегодня, когда вы сделаете свой бесплатный звонок и закажете постельное белье «Расписная осень», которого еще и не нужно гладить. Не боимся, правильно ухаживаем, и наши краски остаются с нами надолго. Юль, ну, а вот, например, для деток такое яркое постельное белье, как краски себя ведут? Они вот не линяют, не красятся? Они не линяют при правильном режиме стирки, но раз ты заговорила о детях, тогда вопрос здоровья встает. В первую очередь, конечно же, а не красоты. Гипоаллергенное наше постельное белье. И что касается ткани, микрофибры, и что касается красителя. Это эко-краски нового поколения без компонентов, вызывающих аллергию. Поэтому белье и здоровое, то есть вы уверены за здоровье себя и своих близких, и прочее. Помните, как в фильме «Кавказская пленница»? Жить, конечно, хорошо, а хорошо жить еще лучше. А вы представьте, как хорошо жить, когда у вас каждый день новая спальня, когда вы прикасаетесь к мягкости, когда вы не просто приходите, падаете, забываете обо всем, а когда вы утопаете в нежности. Вот когда комплект постельного белья приносит удовольствие, когда не хочется даже выходить из кроватки, носа показывать, вот тогда мы с вами по-настоящему и высыпаемся. Но и психологи, Юль, тоже советуют менять картинку перед глазами. Интерьер нам иногда наскучивает, комплекты полюбившиеся тоже наскучиваются. И вот нужно разнообразие, чтобы яркие нотки нас как-то бодрили, настраивали на позитив. А я буду бодрить вас качеством постельного белья. Расписная осень не накатывается после стирок. Микрофиброматериал высокотехнологичный, он не теряет своей геометрии. Прочное белье на каждый день. Сегодня очень рада, что в такой необычной расцветке, не марка. Согласись, Ариш? Я вот в первую очередь на это внимание обратила. Вот если вы предпочитаете именно не марки и цвета, но при этом так, чтобы было красиво, ну тогда расписная осень точно ваш комплект. А я люблю, когда не нужно гладить, а вы любите отдыхать. Тогда отдыхайте на своем комплекте постельного белья. Никаких усилий, только удовольствие и яркость красок. Сегодня постельное белье «Расписная осень» станет вашей по выгодной цене премьеры 1199 рублей. Номер для вас всегда бесплатный. А еще сэкономите свое время, потратьте его на себя, ведь постельное белье «Расписная осень» из нежнейшей прочной микрофибры еще и не требует глажки.